Приветствую вас, дорогие друзья, у игрушки Ведьмы из Блэр. Это четвертая серия. С вами канал Алекс Плей. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. А мы продолжаем. Так, нам надо встать и пойти дальше. В общем, мы появились опять в лесу. Как всегда, мы не можем из этого леса выбраться, ребят. Нам нужно отсюда выбраться. Ну и, конечно же, найти мальчика сначала. Да, сначала найти мальчика, безусловно. И потом вместе с ним выбраться из этого леса. Ну, лес меня не отпускает, лес меня держит. Вот у нас опять новая локация. Я так понимаю, идет дождик или это ветер, листва, наверное, шуршит, да? Шелестит. Что-то нашел, смотрите, песик, что-то нашел. Куда-то побежал. Где он? Он что-то явно нашел. Фотография, конечно же. Спасибо. Спасибо, дружище. Creepy. Че, стрёмно? Что он сказал? Ну-ка. Песика надо похвалить. Иди сюда, малыш. Отлично. Хороший мальчик. Хорошая псина. Вонючая хорошая псина. Люблю тебя. Так, ладно. Пойдемте дальше. Песик мне уже не раз спасал жизнь. Без пса бы я навряд ли бы до сюда дошел. Что-то такое. Ну-ка. Что это? Какая-то пустошь. Неужели опять глюны будет у меня? Я слышу свое сердцебиение. Собака что-то... Что-то заметил. Ну-ка, а там что такое? А если я сюда попробую? А, вот нам туда надо. Давай сначала посмотрим, что тут. Блять. Ой, простите. Надо поискать другой путь. Я просто перевел, что он сказал. Вы посмотрите, что это такое. Вы это тоже видите? Вот сейчас прям 60 FPS, прям вообще офигительно. Ну, 55. Этого хватает. Это надо как-то перейти. Так, тут опасно. Хорошо, я придумал, нам надо сюда. Мы пробежим, интересно, или нет? А, ну вот мы обошли, да? Кэмп А и Сэв Милл. И куда нам, ребят? Я даже не знаю. Туда опасно, там эти хрени. О, боже мой, я даже не знаю, что это такое и кто это. Пойдемте сюда пока что. Стоп. Что за рельсы? Посмотрим, куда они ведут. В лесу рельсы? Это охренеть. Че она хочет? Что-то нашла. Что-то нашла, псина. Так, ну давай. Я думаю, нам туда. Выходит. Пока точно не знают, куда идти. А, она просто в туалет сходила. Окей. Сигнал! Есть сигнал! Подожди, а может быть попробовать позвонить? Меня кто-нибудь слышит? Так, ладно. А если я пробую позвонить, если тут есть сигнал? А, так, история вызовов. Мне кто-нибудь звонил? Вызов идет. Hey, Jess. Привет, Джесс. Hey, привет. Тебе лучше? Yeah, да, so. Кажется, just, просто... What? Что? What? Что случилось? Jess, Джесс, я в этом лесу творится какая-то really дрянь. Okay. Ясно. Если ты пытаешься меня напугать, у тебя получается. Прости, я не могу сейчас объяснить, даже не знаю, с чего начать, просто слушай. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты знала. Элис, прекрати сейчас же, так нельзя. Ты сбегаешь в лес и не отвечаешь на мои звонки, а теперь заводишь прощальные речи, так нечестно. Да ты права, да.
Элис, не знаю, что... Может, ты вляпался? Всегда можно просто уйти. Тебе же не впервые, правда? Именно поэтому я не могу уйти. Прости, Джесс, мне пора, можно... Позвоню тебе позже, можно? Можешь попытаться. Подожди, а если я кому-нибудь еще позвоню, можем? Контакты. Линия занята. Эшли. Доктор. Кому-нибудь можем дозвониться еще, интересно? Просто такая редкость. Все заняты. Ладно, фиг с вами. Так, ну тут можем позвонить, по крайней мере. Собака что-то уже учуяла. Вот хочет, чтобы я туда прям пошел. Подожди. Сообщение. А как? Подожди. У вас одно голосовое сообщение. Почему-то не воспроизводит. То ли не перевели, не знаю. О, там что-то светится. Я думаю нам сюда. А, тут мост восстановился. Помните, ребятки, который был разрушен? Помните это? Вот он. Он восстановился. Фотография. Зачем я собираю эти фотографии? Так, ну ладно, пойдем. Может, сюда пробки надо вставить? Так, ладно. Идем дальше. Сейчас поезд какой-нибудь поедет. Это вагонетка всего лишь. Дрезина. Да, точно, именно. Именно она. А, я тут был, помните, она была сломана? А сейчас она целая как будто. Так, мне типа залезть сюда надо? Тут поблизости что-нибудь есть еще? Ну-ка. Туда не идет. Туда тоже не хочет. Блин, ну как же тут крипово, да, в лесу вот так? Один в лесу останешься? О, боже мой. Криповенько. Так, ну ладно, попробуем. Он запрыгнул? Да, он запрыгнул. Так, инструкция, да? А, модель TF2153C, производитель, бла-бла-бла. Рычаг реверса, включатель питания, вперед-назад, тормоз. Все понятно, все легко. Так, вперед. Можем назад ехать. А, мы сейчас проедем, я все понял, мы сейчас проедем. Все, жмем вперед. Не, пока что стоп, пока что стоп. А, так. А, вот мы завелись. Ну-ка. Слушай, ну вроде завелись. А что еще? Что-то не хватает? Let's go, Bullet. О, как стемнело. Подожди, а разве так темно было? По-моему, не было темно. Так быстро потемнело? Jump on, boy. А, все, я понял, я понял. Все, поехали. Можем назад еще ехать. Пока что вперед. Можем еще остановиться резко, да? Это резко, если прям вообще хотите переключиться. Так, ну ладно, погнали. Может, пригнуться стоит?
Что-то, блин, страшно как-то. Подожди. Пока что так, наверное, оставлю. Там что-то дрожит. Ага, подожди, смотри. А мы можем налево поехать? Можем убрать... А, можем убрать с пути... полено. Сейчас посмотрим. Тут надо по-любому обшариться. Я не знал, чем тут занимались. Или с заготовкой. Looks like some kind of a winch. Gotta be a way to turn it on. Так, лебедка. Оно дерево это уберет. Слушай, а что если я туда пойду? Что там такое? Я могу, в принципе, до туда доехать пока что. Я думаю, по-любому нам надо туда доехать. Сейчас тут немножко поизучаем. Нифига себе, как много леса. А, заперто. Может, ключ какой-то нужен? А, вот, сейчас мы посмотрим. Так, ну-ка, и что-то такое. Механизм. Ну что, приступим, тут все просто. Так, нужно зажечь. А, я это все могу восстановить, да? Потянуть и смотреть за давлением. Мощность крана. Когда закончишь, погаси огонь и перекрой трубы. Я сейчас в дом могу попасть. Он откроет дверь. А, записи оставил на случай, если что-то пойдет не так. Так, понятно. А, дверь уже открылась сама. Давай посмотрим. Так, паровой двигатель, деревообрабатывающая компания. А, свисток, клан безопасности, индикатор давления, напорный клапан, топка. Так, тут... Что-то собака нашла. А, Гидри, мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех и забери запчасти, которые просил Роберт. Так, горючее. Я так полагаю, нам все-таки надо ехать в левую сторону. Так, собачка. Так, 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 так. Сейчас надо покормить. Пил! Ну-ка. Good boy. Хорош, молодец. Давайте угостим. Фу, наверное, может быть, я зря это все отдал. Может быть, это как-то ему жизнь могла спасать. Я ему все это скормил. Там прям какой-то огонь светится. Я думаю, мы можем легко зажечь это, да? Чтобы печку растопить. Слушай, а чё если я прямо не поеду? Или что будет? Давайте посмотрим. Так, если я поеду вперед. Туда я не поворачиваю. Так, ну понятно. Так, все понятно. Get off, buddy. А я могу как-то поменять рельсы? Просто мне интересно, что там такое.
Нам нужен свет. Так безопаснее. Там еще какая-то тропа. Где что он еще стоит? Ах ты ж, блин! Только не гаси, только не гасись. Вон он. Где он? Давай, 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 давай. Где он? Вон он, за деревом. А если мы просто добежим? Отлично. Давай погладим. Молодец, молодец, мальчик. Фу, блин, жестко. Я думаю, мы потом поедем. Ехать нам в любом случае придется. Пока что давайте осмотримся. Тут какое-то убежище. Есть тут что-то интересное? Тут все вообще разрушено. Тут прям опасно с электричеством. А если загорится, проводка полетит? А тут можно так лес спалить, я думаю. Ну-ка, я смогу тут пройти? Нет, нельзя. Подожди, я могу Буллету приказать? Bullet. Heal. See if you can find something, buddy. Он достанет там вот это, нет? Nothing there, huh? Так, ладно. Ну, боже мой, 24 кадра. А я думал, поправили. Так, стол, верстак. Какой-то план. А, это где я нахожусь? Вот где я нахожусь. Тут какие-то две точки. Вот здесь. Ну, тут понятно, мы включим питание, дорогу и поедем прямо. Прямо. Так мы вообще выйдем отсюда. А что нам тут сделать? Steam Dong. Нам по-любому надо будет вниз идти, да, наверное? Там тоже что-то интересное. Давайте почитаем. Деревообрабатывающая компания. Назначение количества, так, индикатор давления 2, шлифованный диск 6, проводной ремень. Так, забрал последний для своего двигателя. Закажи еще клапаны. Так, ну возьмем, да он пригодится, если что. Looks like we won't be getting in through here. Вряд ли мы тут пройдем. Подожди, а что я должен сделать? Я думаю, надо как-то ему сказать, чтобы он сюда пошел. Там что-то лежит. А, есть какая-то команда? Так, искать, поругать, стоять. Рядом. Любимец. Там явно что-то лежит, но я не могу до тут добраться. Через окно, может, как-то. А, вот. Все, я понял. Сейчас он принесет. Ага, мне нужна эта деталь. Ух ты, смотрите, взял. Молодец. One down, one to go. Так, давай заберем. Так. Это мы с тобой возьмем. Угу. Ну да, по-другому мы с вами не починим это. Нам надо еще вниз спуститься. Так, я полагаю, нам туда надо идти. Фу, ну что могу сказать, пойдем вперед. Я взялся это сделать.
Я должен довести это до конца. Хотя нет. Давайте сохранимся. Так, перепишем. Это восьмая, ремонтный цех. Восьмая глава. Так, подожди. Надо быстро завести. Давай, давай, быстро. Давай. Опять. Так несколько. А, блин, укусил. Он за деревом. Он еще один. Где он? Я не вижу его. А! К свету, к свету, к свету. Фух. Боже мой, я чуть не умер. Офигеть. Ампер. Что такое? Так, еще ниже есть дорога. Такое ощущение, что мы кругами ходим. Или мы вернулись назад. Что это такое? Шишки, что ли, падают? Надо похвалить. Yeah, good dog. Это шишки падают. Хорошая псина. Хороший. Bullet, может, это найдет он? You got nothing? О, нет. О, боже мой. Кьют. Так, пробку надо выкрутить. Maybe they had some spares lying around. It won't work. The fuse is missing. Maybe they had some spares lying around. А где я найду-то? Worst case scenario, we go in blind. Пробку найти надо. Так, консультация. Отчет психолога. Общая информация и причины направления. Пациент привели родители из-за сильных панических атак, бессонницы и лунатизма. После психологической травмы рекомендую 3 сеанса терапии в неделю. В ходе предварительной беседы мне удалось установить следующее. Пациент активно избегает воспоминаний об инциденте. Он испытывает реалистичные ночные кошмары с момента инцидента. Возможно, это механика приспособления. У пациента наблюдается эмоциональный ступор и рациональная агрессия и отрицание инцидента. В целом он крайне нервозен, возможно, не выявленный невроз тревожности. А где я найду пробки? Так, а нельзя... Блин. Давайте посмотрим. Индикатор давления. А, вот. Сломанная лопата.
I need to replace the fuse to turn on the light. It won't work. The fuse is missing. Так мне до новый, да, взять? Старый не подходит. Короче, ладно. А, дальше тупик. Тут у нас тупик. Что у нас там такое? Статуэтка опять. Нет, от них мороз по коже. Так мы ведьму-то увидим или нет? С одной стороны-то это хорошо, что ведьмы нету. Но мы слышали ее голос. Что-то я боюсь эти кабеля. Вдруг электричеством ударит. Так, и что? На, наверх. Понятно, идем наверх. Что-то полезное можно снять? А, старая дрезина. Хорошо, сейчас попробуем. Ну-ка. Должно сработать. Вентиль. А, я могу повернуть теперь? Поворачивать смогу, что ли? Больше тут ничего нету. Может, что-нибудь найдет? Да блин, ну ладно, погладить не помешает. Главное не ругать, если будем часто ругать, я думаю, это вообще сбежит. И будем без собаки. Интересно, а можно в игре собаку потерять? Around, there, huh? Ничего. Так, ну ладно. Тут есть еще домик один. И записка. Когда я забрал камеру у того старика-болвана, в ней было полно бессмысленной болтовни. Но я видел, на что она способна на самом деле. Через нее я вижу в темноте и могу рассмотреть невидимых тварей, что в ней обитают. Через нее я вижу неуловимые для глаз вещи. Через нее я могу оглянуться на вещи, которые я сделал. Она не дает их мне забыть. Подожди-ка, что-то с камерой связано. Еще жетон. Откуда он здесь? Так, отсюда я ничего не могу снять. Тут нет предохранителей. Так, а как это действует? Ну-ка, допустим. Допустим, я взял камеру. И что я вижу? А, ну, ночная съемка. Мы можем так что-то найти? С фонарем, конечно, намного лучше. Мне кажется, тут больше ничего не найдем. Там есть что-нибудь? Ладно, надо уходить. Мы же опять запутаемся. Мне кажется, лучше не включать свет. Как только я включаю свет, эти твари выползают. Хотя они, по идее, должны бояться света. Так, а как? Подожди. Как мне это поможет? Так, а там есть что-нибудь с этим связано? С помощью камеры тут можем что-нибудь восстановить. Допустим, зажечь котел, я думаю, можно. Так, ладно. Куда дальше-то идти нам? Тут тупик, тут туда нельзя. Назад, наверное. Не нашел я предохранитель.
Я что-то слышу. Как будто речка какая-то. Так, а что? А это мы назад возвращаемся, да? Это мы назад возвращаемся. На велосипеде здесь нельзя. Нам тогда туда точно не надо. Что-то я подустал. Ладно, разберемся, пока погнали. Так, а что будет, если я переключу? А, я на дрезине туда поеду. Понятно. Так, ну это надо, если мы будем сруливать. Вообще надо было на дрезине мне путешествовать. Так, там мы были. То есть сейчас я предлагаю вернуться назад и попробовать что-нибудь здесь сделать. Нам нужно вот это полено убрать. Я думаю, мы это сможем сделать. Проедем дальше. Так, самое главное у нас есть. А, подожди, подожди, подожди. А куда это вставляется? Вентиль нам надо вставить. Еще значок. God, I'm so sorry. И они везде. Так, а мне нужен вентиль этот? А, ну вот. Все, я это все вставил. А вот, я могу вертеть. Повышать и понижать давление. А печку мы легко растопим с помощью... Так, с помощью камеры мы сейчас, ну-ка, включаем. Все. Так, тут мы все зажгли. Что там еще было? Так, надо еще закрыть ее. Обязательно закрывать? Ну-ка. У меня рычага нету. Давление не поднимется достаточно высоко. То есть нужна ручка еще. Хорошо, подожди, а что у нас тут? Ну тут он дверь открыл, да? Нам нужно было, чтобы он открыл. Вот тут что такое? Что тут должно быть? Так, вот, вот это. Место. Ну-ка. Не, на этом все, да? Так, ладно. А что на карте нам показывает? А, так, это я здесь сейчас нахожусь, в первом, да? Вот тут я все, деталь взял, да? Тут я тоже, по-моему, взял деталь. Не знаю, ну попробуем, не знаю, получится или нет. Блин, она опять прогорела. Хорошо, пробуем. То есть мы сейчас делаем немножко не так. Мотаем назад. А тут момент, когда он закрыл. Ну все, загорелось. Ладно. Пробуем, что делать. О, смотрите. Потянули, потянули. Давай, 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 давай. Let's fix this thing and try again. Without blowing the gauge this time. Так, ну пока что не до конца, да? А вот, тянем. Just... Great.
Надо регулировать. Все, я понял. Так, сейчас, я понял. Все, должен просто это все контролировать. Давление растет. Прибавляем. Прибавляем. Давление всегда должно быть на зеленом. Путь свободен. Все, путь свободен, ребят. Ну, погнали тогда. Jump up. Отлично. Сирот, едем дальше. У нас получилось. Ну, страшновато, конечно. По лесу, блин. У нас все получится. Нам еще мальчика искать. Так, ну-ка, если что, резко дергаем назад. Там мы проедем, точно? Так, ну вроде проезжаем. Подожди, стоп. Стоп. Let's go, bullet. Подожди, я могу отсюда пробки скрутить? Ага, тут нету. Я думал, если я отсюда бы скрутил, и там бы мог свет включить. Ну ладно. Не знаю, не нашел я пробки. Погнали нафиг, я хочу быстрее отсюда выбраться. Так, ты здесь, песика? Так, все хорошо, едем. О, тут уже плохо ехать, конечно. Не очень хорошие рельсы. Надеюсь, мы доедем. Нам надо тех тварей, да, проехать? Тут они где-то. А, вон они. Так, ну просто едем. Столбы горят. Какого черта? Ой-ой-ой-ой. Смотрите, как рядом. Скоро мы отсюда выберемся. Знаю, мальчик, мне тоже это не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вот дерьмо! Давай. Едем дальше. Так, все нормально. Нифига себе ком. Так, вроде проехали, он нифига себе большой. Да блин. Может, мне надо как-то притормаживать, что ли? Он здоровый какой. Давай. Проехали. Там мост большой. Блин. Что-то мне опасно по нему ехать. Это дамба, что ли? О, нет. Давай, пожалуйста. Держись. Я тебя умоляю. Твою ж мать. Доедь. Будет. Мы проехали. Он рухнул. Ты в порядке, мальчик? Так, мы дальше поедем. Вроде дальше едем. Кажется, мы приехали. Можем позвонить кому-нибудь? Зачем мне доктору звонить? Джесс только можно. Джесс должна... А, занята.
Так, ну пойдем. Yeah. А Джесс сама звонит. Что? Alice? Элис? Что происходит? Ты цел? А я ерунда. Или не ерунда. Понимаю, звучит странно. Но уши как есть. Джесс, я на грани. Я вижу странные вещи. И даже не знаю, настоящие они или нет. Даже не знаю, что хуже. Элис, не смешно. Я так больше не могу. Прости, но не могу. Да что такое сделал-то? Джесс, пожалуйста, ты мне нужна. Тебе нужна помощь, Элис. Я пыталась тебе поддерживать, я правда пыталась, но ты все время меня отталкиваешь и... Джесс. Джесс. Элис, прости, я не позволю тебе утешать меня с собой. Ай, черт, извини. Я потом перезвоню. Да боже мой, я просто позвонил. Твою ж мать. Нахрена я ей звонил? Короче, чтобы у нас были хорошие отношения, я вообще не буду звонить ей. Так, подожди, а... Это новая глава, что ли, интересно? А, сожженные мосты. Давайте на этом закончим, у нас уже 9 глава. Я думаю, рядом с вагонеткой закончим. Фу, что могу сказать, ребят, это было круто, это было здорово, мне прям игра очень сильно понравилась. И пройдем ее на одном дыхании. С вами был канал Алекс Плей. Ставьте лайк, пишите комментарии. Я знаю, что меня мало кто смотрит. Ну, те, кто смотрит, я вам очень сильно благодарен, что вы до сих пор со мной. Если бы, ну, приятно видеть отдачу, ребят, какая-никакая она бы ни была. Но если есть отдача, ты уже понимаешь, что ты должен продолжать. Ты должен продолжать это делать. И я вам сильно благодарен, ребят. Спасибо. Это мосток скрипит. Ладно, ребят, до новых встреч. Тут довольно-таки красиво, давайте посмотрим. Вау, найс. Все, ребят, пока, до новых встреч.